Хорошо, что вы пришли. Ну что ж, давайте-ка вместе будем упаковывать ваши чудесные подарки. Сначала подберем для каждой игрушки коробочку. Так, наверное, начнем с лошадки. Для них мягкую подложечку. Так, да, довольно-таки хрупкая вещь, конечно же. Такая вот лошадка, красивая, переливающаяся. Безусловно, для нее нужно что-то мягкое вокруг, чтобы она не повредилась в пути, чтобы она не повредилась в дороге. Давайте. Такую вот специальную подложку в нашей почте она используется очень часто. Это нужно для того, чтобы в дороге вещи не повредились. Такая вот хрустящая соломка. Так, положим это в коробочку. Так.
Можем закрывать. Сторонки коробочки обязательно подклеим таким вот скотчем. Он очень крепкий и легко стирается. Первая коробочка. Для верности я могу предложить вам завязать поверх этой коробочки ленточку с бечевкой. Она закрепит коробочку. При вручении будет более празднично выглядеть. Я возьму такую вот нежно-кремовую ленточку. Соедините два кончика. Так, теперь положим нашу ленточку. Так. Ну что ж, наша первая коробочка готова. С чудесной, красивой, перламутровой лошадкой. Согласитесь, ленточка выглядит гораздо более привлекательно, чем без ленточки. Так. Замечательно. Такая вот у нас получилась с вами коробочка. Коробочка с лошадкой. Ее мы пока что отложим в сторону и примемся за вторую игрушку. Так, обязательно возьмем наполнитель. Так, чтобы грибочек не разбился. Так. Так.
для этой коробочки у меня есть такая вот прекрасная тоненькая бечевочка, но очень крепкая. Да, такая вот веревочка. Веревочка. Так. Здесь тоже сделаем маленький милый бантик. Так. Чудесненько. 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 Как вы можете видеть, соломка прекрасно фиксирует все внутри коробочки. И ничего не ходит ходуном. Не переживайте. У нас очень бережный транспорт, и все ваши игрушки доберутся до нужного места в отличном состоянии. Все будет хорошо. Так. Осталось запаковать вот эту вот чудесную конфетку с елочками и пушистым снежком. Так. Думаю, что для нее подойдет так. Небольшая коробочка, продолговатая. Так, давайте-ка посмотрим. Соломинок. Так. Что все будет в порядке. Да. И перевяжем наш чудес. Конечно, все любят эти милые бантики, ленточки. И перед праздниками все это никогда не бывает лишним. Радует глазки. И может скрасить даже такие вот почтовые, обычные коробочки. Так. Ну а теперь нам с вами осталось заполнить такое вот уведомление о вручении. Не волнуйтесь, оно совсем простое. Я помогу вам его заполнить. Так. Для троих мы заполним один. Уведомление о вручении. Простое или же заказное мы помечаем как
посыл.